Друзья, всем привет! Я приехал на стройку посмотреть, что здесь происходит. Начали переделывать стоки с крыши. Вот смотрю, купили новые трубы. В общем, решили там поменять трубы. Там были 75-е, сейчас 100-е или 120-е хотят сделать. Вот, и там должны были все разобрать. Сейчас залезем, посмотрим, что там сделали. Сам еще не видел. Вот, все сняли, старый желоб весь выдолбили, поставили сюда такой вот желоб тоже из трубы, и потом хотят его полностью заделать. Тот был как, тот был снизу герметизирован, сверху поставлен. Вот, а здесь сейчас хотят полностью его заделать, этот желоб. Просверлили его дыры побольше для более широких труб. Закладные сюда сделают. Пришлось парапет даже весь просверлить. Здесь пошире просверлили. Там еще будет раздалбливаться, потому что там тоже узкое. И вот здесь вот еще. Как тут он просверлил? Нет, тут не сверлили. Только две, получается. Все, сейчас завтра или послезавтра вот будут уже заново переделывать. Ну, то есть герметизировать вот этот желоб. Внутри, ой, внутри положили уже на теплый пол сетку, вот этот вот материал, который отдает тепло. Ну, здесь еще будет вот для труб. Скоро будут, вот доделают крышу, доделают, займутся уже пол будут делать. Тут у меня птицы все обгадили, сидят тут, видимо, прямо. Я сегодня приехал, сейчас немножко окна позаклеиваю. То я уже сколько собираюсь их заклеить, и все никак не начну. И хочу подготовиться к штукатурке. Отштукатурить две комнаты. Мы сейчас с Алексеем общались. Вот тут сейчас будут прокладывать электрику, прокладывать всю воду. И надо, чтобы уже стены были отштукатурены. Ну, чтобы потом все будет поверху прокладываться, все трубы. А, чтобы потом было удобно. Так не подлезешь потом уже под трубы. Надо в следующий раз заехать, купить материал и начать штукатурить. Начал подготавливать откосы. Ну, вот здесь хочу сделать также откосы. Заштукатурить, срезал вот уже пену вровень с окном и начал вот так вот обклеивать. Не знаю, вот малярной лентой, если долго ее держать, плохо, нет. Считайте, здесь порошковая краска. Главное, чтобы она потом вместе с краской не отклеилась, потому что уже бывали у меня случаи, когда я что-то, ну, вот, приклеивал малярный скотч к чему-то, он потом так въедался и отклеивался вместе с краской, даже вместе, вот мебель, панели вот эти, такие, не знаю, с чем они, как шпон, вместе вот с этим шпоном краской отклеивался малярный скотч. Может быть, есть какой-то скотч, какой-то, который точно не отклеится с краской. Вот я такой пока что не нашел. Может, вы знаете, какой есть скотч, лента. Пока клею маляркой. Не знаю.
Есть еще вот такая вот лента, как скотч, только цветная. Наверное, тоже не очень. Лучше маляркой. Здесь еще такие вот откосы ровные. Тут была пленка, считайте, и она прям блестит, вот эти откосы, они гладенькие. Их надо чем-то типа бетон-контакт обрабатывать, может быть, шкурить или шкурить не надо, там какой-то щеткой пройтись железной, может, не надо. Вот бетон-контактом, и потом уже выводить углы, делать откосы. Все, вклеил так в круг по профилю. Видно, нет? Так, фокусировка. И сейчас хочу пленкой заклеить. Взял пленку какую-то в магазе. Надо было где-нибудь на рынок на какой-нибудь заехать. Рулоном взять сразу большим. А не вот так вот по кускам. 3 на 5. Вот сейчас заклею сами стекла изнутри. Успел сегодня только вот с той стороны одну дверь обработать, пену обрезать, обклеить и пленку приклеить на 2 окна. Еще снаружи надо также, чтобы когда фасад делали, ничего не испортили. Все, на сегодня все. Короткий ролик с таким обзором. Тут у нас закат. Вот так вот солнце попадает в здание вечером. Класс. Все, друзья, всем пока. Не забывайте поддерживать. Увидимся в следующих сериях.